Jizzax viloyatida ish boshlashni ko'zlab O'zbekistonga millionlab dollar investitsiya kiritgan xorijiy tadbirkor tushunarsiz vaziyatga duch keldi. Gap shundaki, u mavjud masala va to'siqlarni qanday hal bo'lishini bilmaydi. Turli tashkilotlarga murojaat qilgan, hozircha esa samara yo'q. 7 лет назад мы приехали в Республику Узбекистан как генподрядчики у компании АГМК. Сначала закончили Джизакский цементный завод по производству белого и серого цемента. И после этого, по указу господина президента, начинали и закончили Шерабадский цементный завод, у которого мощность 1,5 миллиона тонн в год. В течение этого периода мы, как компания «Далтехник Макина», здесь свою инвестицию начинали сделать. Первая наша инвестиция была в городе Ахангрен, Ангренсес. Мы построили завод по производству металлоконструкции. Первый этап нашей инвестиции уже закончен на общую сумму 17 миллионов долларов приблизительно. 1,5-2 года назад мы купили один завод в Замине, Чизакская область. Но завод не был в рабочем состоянии. Уже выложили туда деньги, свою инвестицию также, 100% турецкая наша инвестиция. Общая сумма около 11-12 миллионов долларов уже получился. На данный момент завод уже закончили, инвестицию закончили, но уже больше 1,5 недели ждем. Для зажигания, для производства завода нужен газ. У нас основная проблема заключается в этом. Раньше, по закону Республики Узбекистан, мы должны были давать свое заявление в нефтегазинспекция и УЗЭнергоинспекция. От них получат разрешение о том, что завод энергосбережающий завод и может работать по сухому системе. По стандарту у нас тоже есть документы о том, что она работает на сухом способе. После этих двух разрешений эта информация собрался в группу компания НЕК. Там они дали заключение, что этот завод она энергосбережающий, или она работает на угле, или там на сухом способе работает. Три критерия они посмотрели. Газ по 600 сум закуп полугоду. Но на данный момент НЕК закрыта. У нас все разрешения есть. Это нефтегазинспекция, это Узбек УЗЭнергоинспекция. Мы в Министерство энергетики тоже писали письмо, чтобы нам дали разрешение по поводу этого, о том, что у нас завод, потому что работает на сухом способе. И в то же время она энергосбережающий завод. Потому что у нас на два критерия мы попадаем. Поэтому у нас право получать газ по 600 сум. Мы требовали это, но Министерство энергетики нам сказало, что это не в них компетенции, это они не могут давать это. Сейчас у нас переговоры, и мы заявление писали в кабинет министров, портал президента, и в то же время Министерство экономики писали заявление, сообщали об этом. Мы на данный момент готовы даже почти 1000 сум брать. Но с одним условием, что когда вот эти бюрократические вопросы будут решаться, кто будет давать разрешение, как будут это, до этого времени по 1000 сум возьмем с условием, что перерасчет будут. В таком виде тоже писали заявление в «Устройматериалы». Но уже неделя не можем нажимать. Вот это на данный момент мы на второй неделе находимся. Надеемся, что до конца этого недели получим какие-нибудь ответы, но видим, что это затруднение идет, потому что некоторые недоточности есть. Кто будет решать этот вопрос, не знаем тоже. Основной вопрос здесь ФЭТом является. У нас рабочее место уже создано. Общее количество рабочих будет где-то минимум 80, пока мы так считаем. А по поводу условий внутри завода у нас там столовая есть, общежитие есть, офисные помещения, и уже электроника тоже уже находится там. Как я сказал, система сухим способом работает. Мы в первое время, когда купили, конечно, запустили этот завод. Мы как инвесторы сразу хотим тоже то, что выложили, обратно получать в таком же виде. Но очень много пыл ушел, загрязнение ушел. Из-за этого наше руководство в Турции запрещало. Сказал, сначала фильтры поставим, сначала полностью на сухую систему, полностью современно сделаем,
чтобы никакой ни пыль не пошел, загрязнение тоже, чтобы не было. После этого начнем. На данный момент все эта работа уже закончили. Поедем в завод тоже, там покажем тоже, там завод уже, там декарбонизатор построили для того, чтобы уменьшение расход газа, расход энергии, тепла особенно, чтобы получение клинкера. Если нам не отдадут работать, не сможем. Мы хотим справедливость. Если другим заводам дает какое-то право, у нас тоже соответствует по критериям, мы тоже требуем это. Если не дает другим заводам тоже, мы тоже не требуем это. Мы же лично что-то не требуем от государства, чтобы это было ясно. Но я знаю, что у многих заводов на данный момент внутри республика вот это есть. Они получают по 600 сум. А когда они получают по 600 сум, а я как иностранный инвестор, если мне отдадут по 1000 сум, я это считаю как несправедливо в нашу сторону. Заводны козден кечергенемызды, онда якындагина модернизация кылинген, тамырлаш ва янги ускыналарын онатылгенны кузаттыш мүмкін еді. Корхана баш мухандесі бұл хақты шындай деді. Hozirgi kunda korxonamizni ishlab chiqarish quvvati kunlik 400 tonnaga chiqazildi. Korxonani ishlab chiqarish quvvati 125 tonna edi. Undan keyin biz korxonani ta'sischilar bilan modernizatsiya qilishga qaror qildik. Mana shu hozir ko'rib turganlaringiz holatga keltirib, hozirgi kunda korxonani ishlab chiqarish quvvati 400 tonnaga chiqazilgan. Asosan turk texnologiyalari o'rnatilgan bo'lib, rukavni filtr qo'yilgan. Rukavni filtrni vazifasi chiqadigan changni maksimal darajada ushlab qolish, hamma ekologiya zararini qisqartiradi. Bu yerda teplobmennik o'rnatilgan. Teplobmennikimizni balandligi 35 metr bo'lib, teplobmennik vazifasi chiqadigan energiyani, gaz xarajatini pasaytirish, maksimal darajada pasaytirish. Teplobmennik vazifasi sementni isitib berib, pechkagacha kelgan joygacha 900 gradusgacha isitib beradi. Sement ishlab chiqarishda faqatgina mahalliy xomashyodan foydalanamiz. Xomashyo bizaga asosan ohaktosh xomashyosi keltiriladi. O'zimizda karyerimiz bor, ohak karyerimiz. O'shadan toshni olib kelib, bu yerda maydalab, kerakli komponentlar, qo'shimcha dabavkalar qo'shilib, agarki qo'shiladi, tuproq qo'shiladi, hammasi bir-biriga aralashtirilib, bir komponent hosil bo'lib, pishirish jarayonida klinker hosil bo'ladi. Klinker hosil qilishimiz uchun bizda asosan yerda muhim rol o'ynaydigan teplobmennik degan yangi texnologiyamiz bor. Teplobmennikda vazifasi xomashyoni 900 darajagacha qizdirib berish. Bu degani gazdagi bo'ladigan energiya sarfini kamaytirish degani. Misol uchun xomashyo teplobmennikdan 900 gradusda chiqadigan bo'lsa, qizib o'tadigan bo'lsa, pechkaga kelganda pechkani ichida 1400-1450 darajagacha qizdirilishi kerak. O'shani hisobiga ancha samaradorlik beradi, ortadi. Bizda bu yerda asosan turk texnologiyasi bo'lgani uchun eng oxirgi zamonaviy texnologiyalar o'rnatilgan. Qolgan sementlardan ustuvor bo'lsa bo'ladi, lekin past bo'lmaydi. Bizda bu yerda oldimizga qo'ygan maqsadimiz 400-500 marka sement ishlab chiqarish. 2 xil markada sement ishlab chiqaramiz va ichki bozor ehtiyojiga qarab sifatastoki sementdan ishlab chiqarish nazarda tutilgan. Mavjud vaziyat yuzasidan izoh olish uchun O'zTransgaz viloyat boshqarmasiga murojaat etdik. Boshqarma vakili bizni ajablantirgan munosabatni bildirdi. Haqiqatan ham Dal texnik zomin sement onlayn korxonasi iyun oyida murojaat qilingan, limit so'rab. Ushbu limit bo'yicha hozir mutaxassislar tomonidan o'rganib chiqilib, iloji boricha ijobiy hal qilishga kelishilgan. Ular aytibdiki, norasmiy ravishda o'sha ularga 1000 so'mdan tarif taklif etilgan deyapti va holanki bizni ma'lumotimizga ko'ra Xorazm tumanida aynan xuddi shunday sement zavodiga 600 so'mdan taklif etilgan bir kubasi. Nimaga narxlarda farq bo'lyapti? Agarda bu ushbu korxona haqiqatan ham o'sha bugungi kunda zamonaviy talablarga javob beradigan tejamkor o'sha asbob uskunadan foydalanayotgan bo'lsa, buni inspeksiya orqali inspeksiyaga murojaat qilib, inspeksiya orqali xulosa olgandan keyin uni o'sha hisob-kitoblarni ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchi savolim,
Aynan inspeksiya bu yerda gazdan foydalanish qoidalariga talablarga muvofiq kelishligi to'g'risida xat bergan va albatta bu zamonaviy texnologiyalar asosida qurilganligi ekspertizasi ham o'tkazilgan inspeksiya tomonidan. Demak, agarda bundan sizlar xabardor bo'lmasligingiz mumkin, bitta gumon yoki ikkinchisi kimdir bu yerda qandaydir manfaatli bormi? Yo'q, bu yerda hech qanday manfaat yo'q, lekin o'sha korxona tomonidan bizga o'sha kerak hujjatlar taqdim etilmagan. Demak, korxona sizlarga hujjatlarni vaqtida topshirmagan. Topshirmagan, ha. Shuning uchun ularga narxda sizlar 1000 so'mdan berilgan. Xuddi shunday. Tadbirkor hujjatlarni o'z vaqtida bos-butun topshirmagan bo'lsa, nega shu paytgacha u bilan hech kim muloqot qilmaydi? Nega u turli instansiyalarga besamar murojaatlar qilmoqda? Nega u xomashyoni boshqa mahalliy ishlab chiqaruvchilardan da qimmatroq xarid qilishi kerak? O'ylaymizki, bu savollarga javob topiladi. Biz esa masalani kuzatib boramiz.